Михаил Шестов, известный журналист-международник, советник ряда организаций ООН российского и американского правительств по проблемам переобучения и повышения квалификации взрослых, автор метода «Как научить себя учиться», встретился с нашей съемочной группой, находясь в Кисловодске, и рассказал о том, что к разработке своей методики его подтолкнула сама жизнь. Профессиональная деятельность началась с того, что я в детстве вдруг понял в шестом классе, что я ничего не запоминаю. Мне пришло в голову, что на слух ничего не доходит. Вот реально не доходит. То есть, что бы мне ни сказали, я прихожу, я все забыл. А я ведь маленький, должен быть как бы талантливым. То есть запоминать пока еще маленький. Придумал следующую вещь. Читать слух. Проблема такая. Не все слова знаешь, как читать. И читаешь все равно безобразно. И начал переписывать без ошибок. Это, собственно говоря, и есть мой метод. Смысл в чем? То есть вот эта вот мобилизация и объединение устной и письменной речи, которая в конечном итоге пришел, я произношу, если нужно, по дикторскому образцу, теперь их много. Или говорю кому-то, вот видите образец, вот так начитывает актер, произнесите правильно. А теперь, озвучив, вербализировав, развивая субвокализацию, то есть то, как люди проговаривают, правильно произносится предложение или абзац, потом правильно произносится слово. Это и есть система развития, она проста, удивительно проста. Тут нужно все замедлить, то есть показать, как слово реально произносится. Ну, например, «абейтмент». Abatement. Потом разбить на буковки. A-B-A-T-E-M-E-N-T. Понятно, а потом записать. Информация об интеллектуальных достижениях Михаила Шестова и его система обучения занесена во всемирное издание книги рекордов Гиннесса, российскую книгу феноменальных достижений человека Дива и многие другие мировые энциклопедии. Сегодня автор уникальной методики с легкостью говорит на 27 языках и, самое главное, применяет свои новаторские педагогические открытия, обучая всех, кто желает раскрыть в себе способности к иностранным языкам. Живет в Нью-Йорке, является завкафедрой новаторских методов изучения иностранных языков Международного университета в Москве и считает, что неспособных учеников не бывает. То, что я разработал, это фактически идет медленно. И все, что требуется от ребенка, это просто сидеть и повторять или переписывать так, как сказано. Вот. Думать вообще не надо. В смысле, я имею в виду соображать. А это тот термин, а это то, что от чего всех тошнит буквально, как люди выражаются. Преподаю академический уровень, выше филфака. Но я преподаю просто людям и без грамматических терминов. Это называется структура языка. А грамматика существует просто как попытка описать явление в языке. Люди все равно и не следуют. Михаил Шестов готов делиться своими достижениями со всеми, помогая развивать память, учиться эффективному самообразованию, являя собой пример трудолюбия и нестандартного мышления. Every now and then I feel a little bit lonely and you're never coming round. Like that. I invented swag, popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof, I guess I got my swagger back. Truth, new watch alert, you blow. So the big face roll, I got two of those. I'm out the window to the city, I maneuver slow. Cockback, snapback, see my car through the holes. Dance to a mestakoma. Folkeli ehensil. Хэнсия и это дюбель, хэнсия и щелены им.